Счет матча между Тима Боллом и Микаэля выиграл ту встречу, то значит, конечно, на руку. Так, смотрим сзади. Правда, может сказаться его очень плотной игра в серии Pro Tour, прошедшей в Европе, то есть без передышки, что называет. В очень неплохой форме находится белорус. Кстати, выступали. Выиграл. Что ж, сейчас уступает 2-6 и 2000 зрителей. Пока что он не заполнен. Косакрианги, это группа А, 4-1, победа Бола. Федор... Что касается второго... Вернера Шлагера. Повторить. 4. Овчаров в текущем европейском рейтинге, так и в мировом, одного обладателя wild card, разные открытому чемпионату Pro Tour. На параллельном есть 4, немец впереди. Лагер уступает 4-7, и австрийский теннисист нападать с тем, что по распорядку Игорь Левитин подал в отставку в этой связи, человек, который возглавлял 2006 ранга. Делать-то мы стараемся выйти из спорта международного класса. Матч исключительного третьего тура обеспечил себе первое место. 11-5. Персона пока что 4-0. Персону нужно стараться выиграть сухим счетом свою встречу. Ну а Шлагеру партия. Для Санкт-Петербурга показа. Картина. Многое, что называется, ссорит значами, как минимум один матч. Пойдет ли Кузьмин в полуфинал? Играл Игорь Рубцов. 9, Овчаров уступает. Не, справа начинать чуть сложнее, чем слева. Иногда продолжение. Ну что, в четверг. Проиграл он Самсонову со счетом 4-1. Разница. Там счет. И по трем сетам там вообще выходит, что Самсонов, если бы находился на месте события, конечно, было бы гораздо сподручней. На обострение. Стараться перекрутить. Тоже убьет, чтобы понять. Корона. Подача Алекса. Сам, кстати говоря, в Австрии. Вернера Шлагера сегодня. Параллельным поединком между Самсоновым и Персоном. Но статистика лишь по 4 партам. Но такая игра выиграл у Персона. Но опять же, вот если так все было, то 4-0 Самсон победил. Со второго места он выходит, и выходит скорее всего на Тима Бола на продолжение борьбы, так что не будем забегать. Стороны сильнейший завершает борьбу. Идет 4-1 этой встречи в пользу.